Очередь? Да какая нахуй очередь, ты чё? Call of Duty всегда была готова к большим релизам. Я не помню вообще ни одной части, чтобы, блядь, какие-то проблемы были. Ты просто заходишь и играешь, всё. Ну, я проснулся где-то в 7 вечера. Что-то такое. Но я думаю, мне будет пиздец как интересно сегодня. Я буду стримить очень долго. Ну, я надеюсь. Я совершил кое-какую ошибочку. Я не сходил в магаз и не купил энергетосов. Поэтому я, скорее всего, днем прервусь минуток на 10-15, чтобы сбегать в магаз и купить энергетиков. Ебичес! Ну, погнали. Будет громко. Очередь на сервер. Хм, блять. Вот так вот. Я сглазил, блядь. Сетевые службы недоступны. Блядь. Ну реально сглазил, сука. Ни с одной Call of Duty не было проблем со старта игры. Ни с одной, блядь. Неужели на эту колду, блядь, такой ажиотаж, что все-таки все отъебнуло, блядь. Ждем. Давай, ты сможешь. Не может действовать эмбарго на игру, которая релизнулась. Call of Duty релизнулась, все. Она доступна всем. Все могут в нее играть. Не может действовать эмбарго на продукт, который уже вышел. Это как минимум нарушает законы, блять, да почти всех стран, нахуй. Я вот так вот, пожалуй, возьму мышечку. Вот она у меня тут. Кстати, да, самое тупое, что, блядь... А почему я в синглплеер-то тогда не могу поиграть, раз у вас какие-то проблемы там? Нахуя, блядь, синглплееру, блядь, соединение сетевое? Пока вы там решаете, я, блядь, не знаю, прошел бы несколько миссий синглы. Ладно, давай перезапустим. Я купил игру на свои деньги, игра релизнулась, мне не предоставлял никто никаких там пресс-версий или еще что-то. Я теперь имею право с этой игрой делать все, что мне, сука, захочется, блядь. Все, что мне... Стримить ее, делать по ней видосы, блядь, обсуждать ее, блядь. Все, что угодно я могу с ней делать. Она моя, я ее приобрел. Все, понимаете? Все. Пока, да, проблемки, он не коннектит, видимо, слишком. Да хуя народу хочет поиграть. Я бы сейчас хотя бы посидел там, настроечки бы какие-нибудь потыкал, блядь. Оно же все по-любому сбросилось с беты. Хотя я бету не сносил, кстати. F1 параметры. О-хо-хо. Блядь, у нас гений в чате. Ебать. Call of Duty поддерживает супер-ультра-вайт мониторы. 32 на 9. У меня у босса такой монитор стоит, блядь. NVIDIA Highlights. Нахуй. Цветовое пространство. Вообще в душе не будет, что это, блядь. О, RTX добавили. Ну давай включим. Отдельный ползунок глубины резкости. Они все-таки прислушались с беты. Что очень много кому Depth of Field не нравился. Они добавили все-таки опцию. Раз, два, три. Раз, два, три. Алло. Алло. Понятно. Заебись, работает. О, нихуя! Ебать погью! Пиздатая тема вообще. Блять, этого очень в PUBG, например, не хватает. Забись. Игру настроили. Теперь осталось подключиться. Я очень хочу играть, пиздец. Мне Call of Duty в бете очень понравилось. Очень хочу играть, пиздец. А у нас пока что тем временем 4:30 утра. Все в предвкушении наконец-то посмотреть, блять, Call of Duty, а я поиграть. Но что-то сложно. Я периодически буду перезапускать игру. Чатик чипсиков. Это Pringles со вкусом лука и сметаны. Я никуда не тороплюсь, на самом деле. С васаби. Варь имеет. Но если что, отпивайте. Я не знаю, скольки летние это васаби. Как чипсы с васаби. Блять, я не знаю. Хуя музыка ебашит. Такая музычка, как будто мы прямо сейчас законнектимся. Бля, я бы реально уже сходил за энергетосами, блять. Ну просто, кто вместо меня будет нажимать play? Потому что... Танк спит. Как думаешь, эта часть колды так же быстро умрет, как предыдущая? Ну, пока что она еще даже не родилась. Начнем с этого. Идите спать, блядь. Я вам реально говорю, идите спать. Но я готов сколько еще ждать? Я думал, что раздуплится к 5 утра, но, судя по всему, нет. Я готов ждать до 6. Если до 6 не раздуплится, я пойду спать. Да, кстати, запуск уже можно назвать провальным, Call of Duty, потому что час, блядь. Мы ждем реально час, чтобы зайти, блядь, в игру. Это очень хуёво. Зато движок новый забабахали. Что, как игра, заебись. Я говорю, если до 6 утра не раздуплиться, я пойду спать. Но все еще лучше, чем Counter-Strike, согласитесь. Блять, значительно интереснее нажимать кнопку поиска сервера, чем, блять, в CS играть. Позвоню Activision, порешай проблемы, плиз. Им похуй на... Ну, на меня точно им похуй. Чат, да отъебитесь вы, блять. Я говорю, пиздуйте спать, нахуй сидите, блять. Ладно, я долбоеб, вы че тоже долбоебы, блять? Пиздуйте спать. Камчатке 2 часа дня. Похуй, иди спать.
Так, какой-то Дмитрий отлетел. Челу просто очень мое лицо понравилось. Он никогда, видимо, не видел людей весом больше 100. И он такой, блядь, кого же ты, говорит, сексуальный, пиздец. Не могу устоять, забань меня нахуй. Уже весь хуй стер, блядь, вместе с рукой. Ждем вот уже час 14 минут, пока нам включат, блядь, что-нибудь. Как раз начинаю хотеть спать. И к 6 утра точно захочу. Эта игра 133 ГБ, и чё? Сейчас все игры будут столько весить. Я не удивлюсь, если Киберпанк будет весить гигабайт 200-300. В этом ничего такого вообще не будет. 2019 год, чел. Ты не успеешь оглянуться, а уже, блять, у нас диски будут измеряться терабайтами, нахуй. Они уже измеряются терабайтами. Есть жесткие диски 10 терабайт. Прогресс идет вперед. Это неостановимая машина. Просто кто-то не идет за прогрессом. И этот кто-то, это ты. Мне это, кстати, вообще нормально. У меня там еще пиццарики есть. Лимонадыч, куча йогуртов, вкусняшек всяких, пиздец. Чипсики и одна порция вока охуенного. Ивент со стримерами. Рассказываю, как все должно было быть. Сейчас внимательно слушайте. Activision планировали рекламную кампанию с кучей стримеров, запрашивая дохуя часов контента и приманивая вообще всех, кого только возможно, предлагая нормальные деньги, вполне солидные. Так вот, когда происходило общение со мной, человек из Activision, не буду говорить какой, сказал мне, точнее напиздел, что с Твича они решили вообще никого не брать. И что я вижу, блять? Смотрите. Во! Twitch. Повторюсь, я ничего не имею против людей, которых пригласили. Даже наоборот, с некоторыми из них у меня довольно хорошие отношения. Вот, например, с Гитманом. Мы с ним выходцы со Скадова ТВ. С легендарного портала, где была настолько приятная, дружелюбная атмосфера, которую заруинил все ебучий казах, блять. Значит, смотрим. Twitch, Twitch, Twitch. Вот этого чела я вообще впервые вижу, у него оказывается, блять, 6 миллионов подписчиков. Ну оно и понятно, можно по стилистике, блять, роликов понять, что это за человек, в принципе. Twitch, Twitch, не знаю кто, не знаю, а нет, знаю кто, ладно. Twitch, 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 ну и по кругу. А теперь самое главное, никто из них никогда не мейнил Call of Duty. Потенциально maybe cake, мейнил Call of Duty. Что значит мейнил? Длительно стримил колду. Мне отказали? Мне отказали на пиздев. Ладно бы, если бы мне просто отказали, да? Мне много в каких проектах отказывали, потому что я, блядь, бульдозер ебаный. Меня если что-то не устраивает, я, блядь, пробурю нахуй. И это, типа, много кому не нравится из рекламодателей, это понятно. Это, сука, рофл. Зачем пиздеть-то, блядь? Я вот этого не понимаю. Просто сказали бы, чел, ты на меня подходишь, сорян. ББ. Вопрос в ноль, блядь, я бы вообще, типа, как я говорю, да, рекламщики это тотальные, которые, блядь, вообще не понимают, над чем они работают и с кем они имеют дело. Не позвать меня, блядь, я, блядь, мейнил МВ2, я мейнил МВ3, Black Ops, все, блядь, вообще, без исключения. И, блядь, не позвать меня нахуй на ивент по Call of Duty, блядь, ёбнутые, блядь. У меня есть все игры Call of Duty, купленные на свои деньги, блядь. Конечно, я обижен, блядь, на рекламщиков Activision, что хуйню какую-то мутят, блядь. Каких-то ютуберов, блядь, обдрисанных, блядь, зовут. Ебать, вы чё? Уже сейчас есть аугментации вообще какие-то сумасшедшие. Недавно рассказывал на стриме, что мы с Танюхой гуляли вот у нас тут в парке. На другом берегу озера было видно девушку, которая идет с полностью помененной ногой. Ну, то есть, блядь, полностью функционирующая нога, блядь. Не какая-то хуйня там, палкач, а полностью другая нога, блядь. А аугментации, значит, уже есть. Их по-любому там куча всяких прототипов, блядь. Раз это видно, блядь, на улице, хоть и в довольно редком виде, да. Буквально я вот одного человека такого видел. Ну, хотя это хуя на ютубе можно посмотреть. Ну, блядь, видос это такое. Вот когда сам видишь, охуеваешь вообще в натуре, блядь. Я думаю, лет через 10 можно будет полностью избавиться от этого тела, блядь. Оставить только мозг нахуй и быть, блядь, киборгом и все, блядь, забить вообще на все, да, Таня? Если я буду киборгом с хуем 30-сантиметровым, будешь меня любить? Почему? Тебе нравится 10 см? Ну, жирные такие 10 см. А мы вот все в Call of Duty заходим, полтора часа, блядь. Рубим связь, ебать. Новости в Call of Duty. Код сервис going dark, блять. Это, блять, это первое на моей памяти Call of Duty, в которое, блять, зайди даже нельзя. Да я перезапустил Battle.net, блять, вы чё глухие нахуй, алло, блять. Ну через 22 минуты я пойду спать. У нас в Шараге было правило, что если препод опаздывает на 10 минут, все могут ливать с пары. А преподу потом пиздов доставляли. Это в университете, я про Шарагу говорю. Про колледж, техникум, блять, это
шарага. А университет это ультра шарага, блядь. Какую версию купил? За 3500 я купил версию. И сижу сейчас, жду уже час 41 минуту, блядь, чтобы просто элементарно в игру, блядь, зайти. Зашло после перезапуска компа. Да, да, еще скажи, после перестановки Windows, блядь, зашло. После покупки нового компа зашло, блядь. После смены квартиры зашло, ебать. После переезда зашло, блядь, в другую страну. Угу. Тань. Не удалось подключиться. Сетевые службы недоступны. Что нажать? Повтор или выйти из игры? Тут веселье, блядь, за 3500 рублей. Ждем запуска игры. Час 47 минут под эпическую музыку. Я говорю, я через 13 минут пойду спать. Цифры появились. Цифр не было. Секундочку. Блядь. Да сука! Блять. И сейчас опять, блять, да? Ясненько. Заебись вода, блять. И все настройки сбились, блять. Вот к чему этот тролльбас ебаный? Меня законнектило, профиль был, подтвердить, я нажал подтвердить, мне сказала игра, перезапустись, блять. Охуеть, блять. Ну и конечно же, после перезапуска, блять, меня опять не коннектит, блять, просто. Это какой-то ебаный гений придумал, блять. Это пиздец, блять. Уже все, уже радость, сейчас поиграем, блять. Да-да, блять. Сейчас мы нахуй к тебе профиль закрепим, сбросим нахуй твои настроечки, блядь, чтоб ты еще посидел, блядь. Ну вот это была последняя капля, пиздец. Такого тральбаса, блядь, я вообще не ожидал со стороны Activision, блядь. Запустить игру, прождать полтора часа, что потом прокнуло, что, блядь, законнектило. Что потом этого коннекта, блядь, игра попросила, блядь, ребутнуть нахуй игру, блядь. Охуеть. Давай, давай, блядь. Ну, музыка опять пропала. Не удивлен, блядь. Проходит, блядь, 6 минут, я закидываюсь мелоксеном, иду спать. Alt F4 просто с этой помойки. Заебись Activision, заебись Infinity Ward. Спасибо большое, удачи вам во всем. Можешь посмотреть предыдущие ролики. И не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новые.